Просто это люди, для которых честь и доблесть – необычные слова. Только среди русских есть такое обостренное чувство горя и чувство человеческой беды. Только они, наверное, могут ехать на любую точку мира, умирать, сражаться за независимость, за свободу людей. Как показывают данные социологических опросов, большинство россиян поддерживают выбор своих соотечественников. А эксперты объясняют, откуда взялось это бескорыстное желание сражаться за Новороссию. Хотят сделать свой вклад в отражение фашистской агрессии против народа Украины. Предотвратить геноцид граждан Юго-Востока Украины – это чувство долга перед своими соотечественниками, потому что граждане Юго-Востока Украины, как и всей Украины в целом, это наши соотечественники. Социологи видят прямую связь между обострением ситуации на Украине и ростом патриотического сознания в нашей стране. Поэтому эксперты не исключают. Поток добровольцев из России в ближайшем будущем только увеличится. Наконец, настало то время, когда россияне в качестве гуманитарной помощи по доброй воле готовы отдать не только деньги или вещи, но и собственные жизни. Елена Аркуныти, Светлана Шишкина, Владимир Тихонов, Пятый канал.